поговорим о той конфликтной ситуации, которая сложилась вокруг урочища Куропаты. Спокойно обсуждали эту проблему. Историки, ученые, общественные деятели. Видите, нет проблем, нет какого-то конфликта. Возмущаемся? Толка никакого. Понимаете, очень обидно, что вот мы власть выбираем, а нас вообще никто не думает. Коли почалося будаўніцтва, туды прыйшлі актывісты. То цяпер адбылося. Яны прыехалі на дадзенае месца ля будаўніцтва, пачалі нападаць на супрацоўнікаў, на рабочых сілай, ламаць тэхніку. Строители бросались с лопатами на этих самых ребят, когда они тракторами пытались... Тракторами скидывали с забора, тракторами давили. Это вообще беспредел какой-то полный. Здесь стояла у них палатка, была палатка, флаг висел. Взяли палатку, выкинули через забор, порвали флаг. Вы рабочие! Видишь, как у нас сидят здесь? А что вы чушите? Дальше там появляется группа какого-то народа непонятного. Какие-то молодые люди в масках, они приковываются, жгут, кричат, орут, свистят. И это ребята, которые не кричали, не бегали, не суетились, а просто делали свое дело. Они останавливали стройку тем способом, каким они считали нужным это сделать в данное время. Огромное спасибо молодому фронту, конечно же. Тут яшчэ трэба сказаць наступнае, што гэта за арганізацыі, чаму яны ў нас існуюць, чаму іх не прызналі экстрэмісцкімі. Это борцы, и они за всех нас, я им обязана. Я прихожу каждый день сюда, там утром или вечером, как получается. Они нам, мы им должны. Они за нас исполняют наш долг. Мы все здесь должны стоять. В Куропатах ли это? В другом ли это месте? У них должен быть памятник, который увековечивает память этих людей. С этим не спрачаюсь. Если здесь что-то можно строить, то можно строить храмы.